Когда вы закончили работу со своим изделием, любая утюжка заканчивается тем, что вы выворачиваете свое изделие на лицо, несмотря на то, что утюжите это все наизнанке, да, обязательно выверните его на лицо. И для следующей операции, а это называется осноровка, перегибайте его сразу посередине спинки и посередине полочки и откладывайте в сторонку вот в каком-то вот в таком вот виде. Смотрите, раз, я вот так все расправлю, чтобы у меня не мялось вот это вот все. Если у меня нет времени дальше работать с моим изделием, я вот эту историю перекидываю через плечики, например, вот так вот на плечики устраиваю его и отправляю в шкафчик, но уже никогда не складываю его в пакетик, не бросаю куда-то мятое, все, потому что свою работу нужно беречь и не повторять одну и ту же операцию несколько-несколько раз. На этом разрешите откланяться. Всегда ваша Галина Коломейко.